Привет, народ, добро пожаловать. Сегодня у нас ужастик. Ужастик про непонятное, странное, аморфное существо, как написано в Стиме на странице этой игры. А значит, мы будем играть за хищника, который пытается выжить. Каждый в этом мире, даже мы с вами, как-то пытаемся выжить. У кого-то получается, у кого-то нет. Проверим, посмотрим, получится ли это сделать у Корион. Видимо, так называется данное существо, поэтому поехали. Новая игра. И я чувствую, это должно быть интересно. В общем, мы появляемся прямо из пробирки. Замечательно звучит. А за яйца. Удерживайте левую кнопку, чтобы перемещаться. Давай. Ученые, ну я не могу ничего им сделать, да? Левый shift — это что? Это... Делает вот такой вот звук, но нам он тоже не надо. Да? Так, что по звуку? Нормально все? Дай нам знак, если вы меня слышите. Все, отлично. Во, люди! Их можно... А, я не могу тут, видишь, не пробивается. То есть я могу делать вот такие какие-то странные выпады на правую кнопку. Сейчас разберемся. Вообще, у игры хорошие отзывы, это, кстати, подкупает. Но нам нужно проверить это все лично. Насколько оно интересно. Тут вода. Кстати, это какая-то лаборатория, но тут что-то вода у нас делает. Воу-воу-воу-воу-воу, what the fuck? Тихо, тихо, тихо. Что так громко-то, а? Не надо нам тут так орать. А вот, идем дальше. Я так понимаю, что в эту локацию мы еще вернемся. В это место мы еще вернемся и накажем этих сукиных детей за то, что они с нами сделали. Удерживайте правую кнопку, чтобы хватать предметы. А что именно из предметов я могу хватать? Чтобы с ними Я понял! Я тебя понял, игра. Хорошо, побежали дальше. Напомнило то, что мы играли с Дашуленцей. Если помните, такая игруля, там она как бы стробелинг, страгелинг, хуягелинг какой-то. А, то есть она играла за левую руку, я играл за правую руку, или наоборот. Сути это не меняет. Наверх я выйти не могу, ладно. Так, мне походу сюда. Пока мне надо, видимо, как-то развиваться, типа, эволюционировать. Хватайте людей при помощи правой кнопки, подтягивайте их к себе, чтобы сожрать их всех. Эта мысль мне нравится. Определенно, это интересно должно быть. Чувак срал, он просто сидел гадил, блядь. А я через 100 лет не смог бы к нему, да, забраться? Куда, блядь? Куда? Вкусненько, блядь. Легкий перекус. Ну да, ну да. А мы, кстати, стали чуть больше. То есть с каждым разом Корион все больше и больше растет. Наш малыш уже совсем взрослый. Поехали дальше. А двери не открываются, что? А, там вентиляция, наверное, да? Maybe, maybe. Вот, это я понял. Это я принял. Итого. Так, убирай, нахуй это нам не надо. Что здесь такое? Эти двери. Но эти двери надо же как-то открыть, правильно? До них мы еще доберемся. А что делает левый шип? А, подожди, может быть тут будут типа чуваки, которые похожи на нас. И скорее всего с ними какое-то взаимодействие обязательно будет. Так, двери открываем. Открываем. Людишек забираем. Ой, хорошо, ой, как вкусно. Мне нравится кушать этих людишек. Они такие сытные, аппетитные. Пожирайте людей, чтобы восполнять биомассу и расти. Чтобы стать больше, надо пожирать биомассу. Привет, куда намылился? А если я стану размером, ну, просто таким большим, что не смогу ничего делать здесь? Интересно, что тогда мне придется делать? Ничего, да. Замечательно. Так, и сюда я пройду? Пройду, конечно. Я свыкаю огромный, бля. Ах, нахуй с пляжа все это дерьмо. Ах, людишек тут уже нет. А хотелось бы, ты знаешь, я бы не прочь полакомиться парочкой вкусных таких упитанных людей. Протиснуться. Я куда-то протиснулся. О, рычажок. Все. Я активировал проход наверх. А наверху это, я так понимаю, типа моя жизнь. Ладно, будем знать. Пока неплохо. Мне кажется, эта игра идеальный такой, знаешь, кандидат на мобильный гейминг. Скорее всего, Корион, наверное, или Carrion. Carrion есть на мобилах. Я не смотрел, я не знаю. О, прекрасно, там пальмы. Понятное дело, что это где-то а-ля Crysis, да? То есть в тех вот ебенях, красивых райских уголках все это дело и происходит. Где же еще? Надо там, чтобы к тебе правительство типа не подкопалось. О, а это интересно. Что это? Я протиснулся в какую-то щель, и я так понимаю, что я могу стать больше, бля. Еще будет. Хуя себе. Хуя себе! Вот это нормально.
И что я буду делать? Сохраниться. Это сейф. Это сейф, мазафака. Мы оставили немножко биомассы, чтобы в случае какого-то там проигрыша я всегда мог туда вернуться. Так, тут ничего. Ломается, не ломается. Окей. А, протиснуться. Давай еще раз. Оно живое. Прикольно. Пока нормально. Пока, в принципе, интересно. Лаборатория BSL-4. Статус безопасный. Новые земли, пустошь. Нет, туда возвращаться, я думаю, смысла нет. А что здесь? Тут люди. Внимание, требуется особый допуск. Так, подожди. Сюда мы всегда успеем с тобой пройти. А что здесь? Взломов 100%, потерян биомассы. Это типа, если меня кто-то убьет. Такое маленькое лобби. Нифига. Это террария. Это, знаешь, это какой-то как мод на террарию. Ладно, пошли посмотрим, что там за люди. И как мне можно будет с ними расправиться. Нет. Так просто тут не пройти. То есть я должен открыть и потом уже заняться этими учеными. Ладно, пошли. Понимаешь, без разведки идти куда-либо было бы, наверное, стрёмно. Нихуя себе протиснулся. Нормально. Хорошо. Ой, ой, замечательно. Вода вроде как меня особо-то не убивает, поэтому я по этому поводу даже не парюсь. Так, что здесь? Просто ящики, просто коробки. Уходим. И как мне ее забрать? Она типа втягивается там, понимаешь, в чем прикол? Если я туда ее опущу, она никак ни на что не влияет. Жалко. Мне казалось, что там какой-то должен быть эффект. О, привет, рычажок. Вот, это мы открыли. С этим ясно. Что наверху? А, здесь же люди были, правильно? Правильно, но тут закрыто. Сюда мы должны прийти, видимо, чуть попозже. Ладно, пошли вниз. Эй, я потерял, по-моему, немножко себя. Или мне показалось? Стой. По-моему, от меня отлетело. Это что такое? Что? А, это просто какие-то кустики. Я почему-то подумал, что это часть нашей аморфной биомассы. Так вообще можно выражаться? Я надеюсь, никого не обидел. Что это? Даже какая-то нелинейность присутствует. То есть я могу пойти сюда, могу пойти туда. Давай глянем, что здесь. О, это уже интересно. Осторожно нам написали. Смотри, как. Осторожно, блядь. А я не могу про... Я могу, наверное, нажать, да? Осторожно, открытие шахты. Блин, оно все в кровище, как-то жестковато выглядит. Ну смотри. Я же, по идее, могу нажать на рычаг, правильно? Я же оттуда достреливаю. Так, а как это, может, как-то убрать надо? А, ага! Тележка была. Была тележка. Больше тележки здесь нет. Может, я ее туда положу? Не, в этом смысла тоже не особо-то много. Так, а что? Лампочки нет, теперь я протиснулся здесь. Хорошо. Всегда задаешь вопрос, а нахера? Нахера Казибаян, спрашивается. О, а это интересно, это хорошо. Протиснуться, давай попробуем. В любом случае, там придется возвращаться. И что? И что произошло? Свалка опасных объектов. О, жопа какая. Ну, пошли посмотрим. Так, часть наша еще осталась. Так, это надо дверь делать. Смотри, оп. Готово. Повышен уровень безопасности, уровень готовности. А как я там пройду? Там же вентилятор огромный. Он же меня убьет, типа, да? Нет, на удивление. Мне кажется, вентилятору глубоко насрать. Так, они поняли, что что-то происходит, потому что, видишь, он палит наверх. Он с пистолетом, блядь. Этот чел с волыной. Не все так гладко, не все так просто. Так, тут не протиснуться. Тут, видимо, надо открыть. Вот так вот. Готово. Аккуратно. Так, мне надо как-то беспалевно открыть дверь. Ёбнуть его, чтобы не понял. Дурак, бля. Так, хорошо. Здрасте. Неожиданно. Учитывая, что у нее была волына, она ею не воспользовалась. Иди ко мне, иди сюда. Ном-ном-ном, вкусно. Да, это было вкусно, надеюсь.
А, что под водой? Чтобы можно было прятаться от ее выстрелов. Но, как видишь, мы сработали с тобой быстрее. Погнали, давай. Что-то какой-то у нас Корион стесняшка. Распределить биомассу и сохраниться, давай. Суть наша в чем? В том, чтобы захватить как можно больше, так понимаю, лабораторий, чтобы можно было стать больше, сильнее, расплодиться, чтобы биомасса заняла здесь практически все видимое и невидимое. Я сохранился, типа. То есть, как бы, мой прогресс в сейве — это хорошо. Идем дальше. Блять. А, наебалово! А, наебал! Наебал! А, нихуя себе! Попал в меня? А перезаряжаться ты планируешь, урод, блядь? Здорово. Так, ну я его съел, как бы, я компенсировал то, что он меня там пострелять пытался. Мне кажется, да. Мне кажется, переживать, наверное, по этому поводу нет смысла. Так, улетаем и полезли вниз, посмотрим. Угу, это высовывает меня, привет. Ай, вас гнома. Куда? Блять, от него ничего не осталось. Подожди, подожди, половина человека уплыла. Уплыл, куда? Ты не должен мне здесь. Я ж не оставлю твою ту половину несъеденной. Ты же понимаешь, что я ж не такой, блядь, хитрый, как ты. И что мы имеем с тобой в итоге? То есть мне надо наверх, да? То есть как-то поверху. Поверху все будет нормально. А эти штуки мы трогать не можем. То есть эти квадраты, через них не проходит наше бренное тело. Поэтому придется идти сюдой. Сюдой-тудой и вышел. Ой. А, мне сюда, наверное, да? Это я тоже уберу. Слава богу, что сил хватает, как бы, на это дело. Так, пацаны. Здорово! Воу-воу-воу-воу! Это было больно. Давай-давай, ешь их всех. Сожри их полностью. Да без проблем, братан. Я же знаю, что твой голод, он вечен. Как у Венома, кстати. Венома, блядь. Как там правильно? Напишите в комментах, как Веном или Вином. Вином, блядь. Но фильм прикольный, кстати. Мне понравился. Он же тоже вечно испытывал голод. Это было. Это мы знаем. Так, распределить. Синяя, короче, вот эта вот щелка, это наша сохраняшка. Сохраняшка на все наши времена. Готово. Меня телепортировало... А, я помню это место. Сохраниться и проглотить биомассу. И что? И теперь я должен идти обратно, да? Теми же самыми путями, как мы сюда пришли. То есть, если меня ранило, то я возвращаюсь и пополняюсь биомассой. Хорошо. А, наверх нельзя, да? В смысле, блядь? А как же мне вернуться? Вот тут, наверное. Точно. Точно! Точняк метаться! Так, это не работает. А как-то можно разбить, например, вот это вот дело? А, может быть, там что-то есть? Может, там что-то полезное? Ништяки? Так, это забирай. Подожди, прежде чем туда, давай сюда. А, это одно и то же. Я понял тебя, ладно. Блин, вот эта вот вентиляция из трех вентиляторов мне напомнила вот эти видеокарты современные, знаешь, у них тоже, типа, трехкулерная система охлаждения, там, ебический какой-нибудь кулинг систем, Air, хуеер и так далее. А там я не пройду, кстати. Шутки-шутеечки, но там я не пройду. Вот эту штуку надо как-то разбить. Давай. Есть! Что, протиснуться? Паутина помогает заманивать людей в ловушку или взаимодействовать с предметами. Арахнофтис какой-то. Новая ДНК. Я что-то выучил. Паутина, блядь, взаимодействие с людьми? А, наебалово. И что? Людей-то нет. Может, я как-то на рычаг мог бы... Вот! Я же говорю, что я мог как-то взаимодействовать. И это... Кстати, придется возвращаться в начало, потому что там была локация, где я мог взаимодействовать. Поэтому я, пожалуй, туда направлюсь. Давай. Все, залез. Хорош. Наверное, этой игре знаешь, чего не хватает? Юморочка. Здесь не так много смешных моментов. Вот, полезли. Я же говорю, что мы вернулись обратно. Смешнявочек мало. Все, открыли. Мы проходится открыли. Сейчас мы туда быстро, смотри, как муха в джем. Ну залетай же, что ж ты стал-то? Во, пацаны с волынами, это серьезные ребята, блин. И что? Он типа попал в ловушку и дальше что?
Он потерял сознанку или он помер? У них анимация как в этом, как в Happy Wheels практически. А, наебалово! А я туда не могу, да? Да похуй, я его и так убью. Здорово, пацаны! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо! Ай, ебать! Блять, больно! Больно! Больно, сука! Сука, больно! Все, нормально. Кто? Какого хера? Где? Какого черта-то? Ты жри давай, Крион! Вот! Он встал, блядь, и выжил! Нихуя себе! Вот, я разросся. Готово. Что-то как-то больно это было, ты знаешь, я что-то прям испугался даже, на секунду. Все, все тела съедены. Или еще кто-то, я просто больше тел не вижу. Из-за этой пикселизации хер просышь, где кто лежит. Так, тут нормально. Что-то я уменьшился прям нормально так в размерах, да? Схуд! Так, пацаны, блядь. А, я не могу ничего там сделать. Эти я не могу никак ничего. А может на ковш на них сбросить, типа? Бля, не, мне кажется, это хуйня. Оно не сработает. Дверца, открывайся. Как капитан Прайс практически в Call of Duty. Он тоже двери все любил открывать. Так, у меня осталось две жизни из пяти возможных. Это плохо. Вот это плохо. А нахуй эти двери вообще открываю? Я же могу, типа, спокойно пролазить и так. А это лифт, да? И что наверху? А наверху закрыто. То есть вот это надо открыть, вот эту ебучку, и тогда я смогу там зайти. И все будет хорошо в нашей жизни и в жизни нашего подопечного Криона. Пошли сюда. Что ты стал и стоишь там? Давай. Здорово. Все. Поздно пить боржоми, блядь, если бочки-то отказали. Волыны вот не воспользовался, значит, надо ловить момент, как говорится. А, эта штука разваливается, окей. Все, мы что-то открыли. О, чудесно. То есть через шахту лифта я спокойно могу сюда пробраться. О, вам не повезло, уёбки. Я советую вам бежать, потому что сейчас я к вам зайду в гости, блядь. На минутку загляну, на часок останусь. Всегда нравилась эта фраза. А они были где? Они были в начале, правильно? Правильно. Все, хорошо. Кушай, кушай, мой хороший, кушай. Они сами виноваты, что ты здесь ходишь. Ты не должен был здесь ходить. Но раз такое дерьмо произошло, то пусть людишки немножко пострадают. Ой, хорошо. Ой, как очко-то открылось. Ай-яй-яй-яй-яй. Сохраниться и поглотить биомассу. Давай сохраняшку сделаем. Мы восполняем свое здоровье. Мы вообще красавцы. И хлопну за здоровье. Вот, я тебя не доел, подожди. Ой, прекрасно. Ой, замечательно. Эта человечина просто изумительно, сказал бы Крион. А там ничего больше нет, все? Лампочки, хуямпочки, нам это не надо. И свалка токсичных отходов у нас сейчас на экранах. Что это, блядь? Это можно как-то убрать? Подожди, а может я что-то не открыл, чтобы сюда идти? Наверное, да. А мне кажется, рановато. Рановато, братиш. Нам с тобой надо немножко в другое место. Нам надо сюда. И нам надо наверх. Ту-ту-ту. Музыка в игре фантастич. Достышкует. Машины тоже выходят из строя. Достижения в Steam. Иногда просто Бенник захватывает, иногда нет. Значит, статус безопасно. Нихуя, оно больше не безопасно. Мы с тобой приплыли. А значит, самое время посмотреть, чего здесь надо делать. Так, там водичка. Там я не пройду, здесь я не пройду. Это ломается? Нет. Я должен, видимо, стать больше для того, чтобы ломать это. Ломака. Еще протиснуться. Что это, блядь, за роботы? Что происходит? Использую АД, чтобы двигаться. Я могу за людей играть? Серьезно? Я играю за тех, кого я жру. Как бы это странно звучало, да? И что? Мне надо куда идти-то, блядь? Вертолет? Я же только вышел из него, по-моему. О, бегать можно, хуя себе. Смотреть. Вертолет Релит 859. И что? Ну окей. Шиф, чтобы бежать.
А прыгать? Прыгать нам не надо. Я тоже думаю, нахуй нам те прыжки? Мы просто сможем с тобой спокойно пробежаться. Я стрелять могу, волына есть какая-то у меня? Волыны у меня нет. То есть я типа обычный ученый. Зачем ученому оружие? Ему нужны мозги, чтобы что-то делать, там, придумывать. А это такое дело, да? Во, хорошо. Итак, здесь мы были. Здесь мы были, там закрыто. А я могу открывать? У меня какие-то допуски, пропуски же есть, да? Не поддается нихуя. Ладно, пошли наверх. Здесь точно может пройти. Так, мне надо понять, я за человека должен навредить Кариону? Или я должен помочь ему? Или нет, ну, наверное, вряд ли помочь, учитывая, что он убивает людишек. Да, что за, блядь, танцы такие были? Что ты делаешь, мать твою? Что ты творишь? Смотреть, подтянуть. Во, там какой-то типа рычаг, и наверху дверь открывается. Мои напарники, они как безделушки, знаешь, как бессмысленные амебы. Толку от них не особо-то много. Работает дверь? Нет. Понятное дело, что нет. Так, тут тоже ничего. Что-то я осматриваю. Кучка костей и высохшей плоти. Ну да, ну да. Побывали мы с тобой в местах-то. В таких не самых приятных, понятное дело. Установить взрывчатое... Блять, надо бежать! Беги! Он же ебанет. Так, смотри, я там поставил... Там... Что они там, блядь, каждый подошел, что-то понажимал. Что за хуй-то? Взрывай давай, если это взрывчатка. Они что-то делают? А, я поставил взрывчатку, а она тянет, как, знаешь, в старых фильмах про ковбоев. Тянут, типа, детонацию, чтобы сдетонировать. Хорошо. Одной кучкой костей стало немножко больше. Дереликт. Или дереликт, как правильно. Новые земли, пустошь. Люблю свежатинку. Ну, давай посмотрим, какую там свежатинку ты любишь. Где ты, мать твою? Вот ты где. Полетели. Да, люди, видимо, пытаются до тебя добраться. Осторожно, открытие шахты. Шахта — это интересно, но мне кажется, надо посмотреть, что здесь. Скелеты, блядь, какие-то везде. Стремота. Так, это я открыл. А там еще одна моя часть. То есть я должен как-то совокупиться с самим собой, да? Сохранить и поглотить биомассу. То есть, по идее, я должен был бы стать больше. Я типа и стал больше. Вернись, пожалуйста, обратно, потому что там внизу я вроде видел... Было еще проходец вот сюда вот. А, херушки там. Здесь прохода нет. Оно закрылось. Хорошо, тогда придется возвращаться обратно. Мне кажется, я стал быстрее. Это явно идет мне на пользу. Оп. Я же был здесь. Мы ж тут были. Вот, я про это и говорил-то, вот. Готово. То есть надо было проделать кучу всего, чтобы потом каким-то вожделенно-божественным образом сюда вернуться. О, давай протиснемся. Любая дырка — это наша радость. Это хорошо. Какой-то как девиз школьника-пубертатника, бля. Так, ну мы сделали что-то. Что-то мы с тобой сделали. Урановые шахты. Что может быть приятнее, да? Для нашего подопечного, как не урановая шахта. Бля, ты вот это упал. О, поглощаем тебя. И ко мне сладким. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Тихо, тихо, блядь. Все, поглощение прошло успешно. Надо не забывать, короче, юзать паутину. Потому что я типа же могу паутинкой бахнуть. Так, это убирай. Урановая моя. Что здесь? А, это я вернулся. Подожди, подожди, подожди. Урановая шахта, это, конечно, весело, я не спорю. Но мне надо куда-то сюда. Так. Здесь деревяшки, а я типа не могу почему-то дерево пока рушить. Используй, чтобы обнаружить расщелины с помощью эхолокации. Понял. Щелька находится где-то там. Сейчас найдем. Вот щелечка. Щелочка-то наша любимая. Все. Это позволит мне сохраниться. Там почему-то одна зеленая лампочка горит. Странно. Ну, допустим, это мы сделали. Но даже если я вернусь обратно, я что-то не помню, куда мне дальше.
Вроде бы... А, наверх. Давай. Да, мы же были здесь. Тогда вниз еще раз. То вниз, блядь, то наверх. Это убирается? Конечно. Конечно убирается. Хуй, а чё ж не убирается? Привет, мой хороший, блядь. Так. На нахуй. Ох. А, нихуя себе. Так, тихо, 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 ша. Куда ты стреляешь? Выродок ты сам. Готово. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Ой, какие вы ароматные, вкусные. Все, полакомились. Мне кажется, я стал счастлив. Я чувствую себя прям радостно. Паутина, как Спайдермен. А чё бы и нет? Может, надо было в них откладывать яйца, типа как Чужой делал? Почему бы тоже, да? Но тут непонятно. Это какая-то просто, знаешь, такая прилипала. Мне кажется, ему надо было не Карионом называть, а прилипалой. Это идеально его характеризует. Интересно. Здрасте. Пока что люди особо как бы не вызывают страха никакого. То есть нет какой-то, знаешь, определенной методики, как я должен был бы это пройти, какой-то хитро выбранный план по уничтожению людей. Типа я умираю с одного удара, как бывает в подобных играх. Люди просто как болванчики. И все. И спокойно, нормально валим. Во, я прошел там, где... Привет! Как свинка, блядь, завизжала на вечеринке. И все. А это нахера? Он нахера это делает, блядь? Какая-то клоунада, блядь, циркачи. А, может, наверх, смотри? Можно и наверх, если хочется, конечно. Так, подожди. Сюда мы всегда успеем. А вот что справа, никто же не знает, правильно? О, справа у нас сейф. Вот это хорошо. Там типа такая, знаешь, как бы трехжильная вот это вот открывание дверей, поэтому надо найти еще одну, и тогда мы точно сможем этот сектор поработить. Если это весь геймплей, то мне кажется, он как-то скучноват. Я думал, будут какие-то типа загадок или какие-то реально тактики по тому, как проходить ту или иную локацию. Пока это просто скитание туда-сюда. И не сказал бы, что это прям верх фантазии, да? Ой, блядь. Тут серьезные челики. А вот это серьезно. Блядь, у них там щиты и всякая вот эта вот херь. И насрать на морду, блядь. Нихера себе он скатился, смотри. Блядь. Давай кушай, кушай, пока они в себя не пришли. Эти челики уже имеют при себе какие-то щиты. Еще какую-то хероту. И Кариону, пока он маленький, такой джуниор, не получается, видишь, нормальных захавать. Давай, 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 кушай. А я не могу, слушай, это роботы, что ли, какие-то? Ну, с них типа кровь как бы сыпет. Брыжет кровушка-то. Я не могу их есть. Они не поддают. Сука, одни прожилки, блядь. Жесткое мясо. Смотри, я его захватываю. Охуенно. Так, ладно. Вот это мне надо. Куда? Намылился-то. Давай, давай! Протиснуться. В общем, роботов мы убили. Позволяет ломать вентиляционные решетки и деревянные стены. Разрубает врагов, удерживает. Я стал прям мощь! Я вообще прям мощь! Мощь и сила, грация и красота. Вот это мне надо. Вот это мне как раз нравится. Ох, ни хрена себе. То есть у меня было 5 и стало еще 5 больше. Ну, типа десяточками. Так, очко открылось. Око Саурона говорит, что надо бы поглотить биомассу и сохраниться. Охрененно. Все. Теперь мне открывается новый горизонт. Доселе ранее неизведанный. Горизонт и мощь. Я протиснулся. Клаустрофобия. Не знаю кого, но эти два робота были совершенно не страшны. Новые земли пустошь. Статус взломано. Куда протиснуться? Куда ты собрался протискиваться? Типа обратно, что ли? Хер его поймешь, бля. Не-не-не, стой, братиш. Стой, давай обратно. Здесь мы были. А здесь мы с тобой уже были, и в принципе, если не считать секреток, которые тут остались, то мы сделали все по красоте душевной. А что, там нельзя пройти? Пиздец. Это бой. Вот этих челов я могу хавать. Бля, он по мне стреляет, не понял, ты что, дурак? Ха-ха,
Машина, блядь, для свиньи. Все. От него ничего не осталось. Вот какая-то половина человека здесь лежит. Я предлагаю не оставлять ее, но потом лучше схавать ее сейчас. Записки маленького людоеда, блядь. Так, двери открываются. Здрасте. А, больно, блядь, больно ж, ну, сука. Человечишка какой противный. Пиздюк, а? Вот мы ему показали. Опа! Это было просто феерично, блядь. Он щиты юзает. Ты читак, что ли, сука? Ой, я его съел. Нет? Эти не кушаются. Привет. Они думают, что я, блядь, дверь открыть не смогу, что ли? Что за херня? Давай. Хорошо. Хорошо и вкусно. Сейчас могла бы быть реклама Макдональдса, но денег они нам сегодня не занесли. Так, что тут у нас? Укрыться тут, укрыться там. Тут негде уже укрываться. Мне кажется, что людям надо было раньше думать, что где укрываться. Итак. Я что-то где-то не открыл, видишь? А чечь-то не открыто до конца. Вот в этом-то и проблема. То есть надо где-то поискать. Где-то наверняка есть. Свалка опасных объектов. А, вот это я могу ломать, кстати? А ну, покажи мне вот это вот. Нет, нижняя не ломается. Где-то здесь, по-моему, что-то было. Тут я вроде все. Интересно. А куда же я не сходил, скажи мне, пожалуйста, на милость? Где я еще не был? Так, это интересно. Куда мы таким образом попадем? А это уже типа новые локации, да? Так, подожди, блядь! Меня куда-то засосало. Твою мать, а. Так, ну в принципе ясно. В принципе, вроде я понял, куда надо идти. Сейчас мы проделаем такой небольшой путь. Упадем обратно там в воду. Но не будем уплывать оттуда. Видишь, вот как оно сделано. То есть я могу пройти здесь. Но там тоже надо. Вот, падаем в воду. Смотри, вон там проход. Вот мне туда и надо. Давай, отлично, протиснись. Интересно, куда мы попадем таким образом? Область содержания. Здрасте. Как хорошо, как замечательно. Так, всех съели, всех сожрали, блядь, за милую душу. Получаем новую способность. Позволяет отрастить второе хватательное щупальце. Область содержания 1 из 9. Пока непонятно, как мне это поможет. Но, наверное, как-то может помочь. Так, и это все равно меня не продвинуло как бы дальше. Второе хватательное щупальце. Как оно мне поможет? Давай проверим, ради интереса. Так, выходим отсюда, протиснись. Или я должен что-то сломать? Я должен кого-то наказать, видимо, да? Кого? Хороший, блядь. А, все, я понял. Мусор убираем, протиснись. Все нормально, я уже испугался, думал, что, блядь, нам там делать. Хер его знает. Так, туда мы всегда успеем. Что здесь? Тут ничего. Вот такие вот маленькие сюрпризы тут бывают. Так, здесь ничего тоже нет. Иногда нужно возвращаться, как видишь, в самое начало. Может быть, здесь что-то есть? Чувствую, я здесь уже бывал. И, может быть, даже не раз. Ну да, там наверху... Ну, я открыл, допустим, это щупальце. И чё? Оно что, не откроет мне путь дальше? А, подожди, может, я как-то могу сломать его? Не, не получается. Короче, я думаю, что для первого взгляда, в принципе, нормально. Мы как-то минуток 40 так поиграли, но здесь что-то начали нас немного подзаёбывать. То есть я должен там это как-то открыть, а где это находится, я что-то пока не понял. В общем, вот такая вот неплохая, кстати, игра мне понравилась. То есть такое, я говорю, на мобилке позалипать было бы самое то. Carry On называется. Если понравилось, не забывайте ставить палец вверх, подписывайтесь на канал. Увидимся в новых интересных играх. С вами был Брейд. Всего хорошего. Пока-пока.